Геном человека приблизительно 3,3 миллиарда букв. Мы делаем генетически модифицированных мышей. Зоопарк геномов. Ага, да там на 57-й странице, вот оно, это место, которое у него поломалось. Эмбриональные стволовые клетки человека. Как можно больше информации вытащить из биоматериала пациента. Нам, людям, это свойственно, пытаться вмешиваться. И добавляем другие молекулярные инструменты. Как раз вышла последняя версия генома человека. Это звучит, да, как какой-то блокбастер.